Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятки, не забываем про опцию суперспасибо и заказываем треки на любимых исполнителей. Друзья, слушаем трек. Crunch time, I said you want McDonald's, she want JoJo for lunchtime. I'm rinsing out the fade like a funnel, built my foundation on. Как он интересно придумал, да? Так красиво звучит голос. Классно ты придумал. Вот ты понимаешь, на фоне твоего голоса классного, да, рэпа, звучит ретро-музыка, понимаешь? Ретро. Как из старинных фильмов. Да, красиво очень. Да, очень красиво. И необычно придумано, скажи. Да, да, да. Так мало кто придумывает, да? Шикарно. И нравится вот эта картинка. Она да. Тоже настроение передает. Да, классная. Да. Именно вот ретро, да? Угу. Молодец. Жизнерадостность. Это как красиво, да? Вот голос такой рэпер, да? Современный же стиль это, да? Да. И там звучит. То есть современное звучание, да, с ретро-звучанием. Очень звенил. Красиво. Круто. Молодец, молодец. Шикарно ты придумал. Niggas disappear when they got turned to bummies. Thinking about my bad ass son getting in trouble. Got the Jesus daddy potty mouth, running like a puddle. As I go up, can't find the time to so what. Soon as I get the call for the pig, rush or what. And it's not to blow up, it's just to get my dough up. Me and the money got engaged, I heard that YouTube broke up. My potential taller than Yao Ming or MP. Niggas change up every day for the pussy or for greed. I remember mommy crying, she was down to her knees. Все красиво, все классно, да, все продумано. И как это стильно. Да, две линии, да? Да. Это ретро-звучание, современное звучание, круто. Слушай, это ведь очень классно. Интересно, задумка, первый раз такое слышу. Да, я тоже, вот именно с рэпом и именно ретро, ты понимаешь? Вот, да, потому что вот такое звучание, именно ну, вот такие песни, они были в старых фильмах, действительно, да. В супер популярных, классика. Хорошо, он придумал, вообще умница. If I can't be starving, always found a way to feed. Not every day my brother, they got it and look keen. Talking flavor, yeah, I got it, I ain't talking strawberry. I got holes I don't want though, they just want the dean. I got flow, they already know, they wanna run my stream. Couple errands I was planning to run today. But then that I'm kicking back and rolling on this rainy day. Front line, I fight when it's crunch time. I said you want McDonald's, you want JoJo for lunch time. And as I grow up, can't find the time to sew up. Soon as I get the call for the paper, I show up. It's not to blow up, it's just to get my dough up. Me and the money got engaged, I heard that YouTube broke up. Ну а то о чем это говорит, а? Что разными стилями музыки увлекается, наверное, да, исполнитель. Да, да, да. И очень талантливый, угу. Очень такой музыкальный, разносторонний молодой человек. Угу. Скажи, да, творческий, как он, у него все получается, да? Да. Он именно творческий человек, да, он все любит. Он любит, значит, разную интересная музыку. Интересная идея. Да, идея шикарная. И воплотил ее классно, да, в жизнь. Видно, что это настоящий музыкант. Что знает хорошо музыку. Он все музыки, все направления музыки знает, да? Угу. Молодец. И это вот все связать вместе. Я такой тоже первый раз слушаю, честно сказать. Чтобы рэп и ретро звучали вместе. Так классно. Я первый раз слышу это. Умница. Классный рэпер. Ты настоящий музыкант. Очень творческий, музыкально подкованный исполнитель. Молодец. Голос у тебя очень красивый. Ты очень красиво читаешь мягкий рэп. Красиво. Сладкая музыка. Понимаешь? Ты сделал все шикарно. Музыка красивая. Все шикарно сделал. Спасибо тебе большое. Мне очень понравилось. Очень. Продолжай дальше. Такую красоту писать. И мы с удовольствием тебя будем слушать. Пока, друзья.